Всем снова здравствуйте. Сегодня посылка из Петрозаводска. Будем открывать, смотреть. И там, скорее всего, будет 24.70. Один из подписчиков отправил его. По предварительным данным, объектив испорчен. В нем некая особа произвела повреждение. Как будет выглядеть объектив сейчас, я не знаю. Открываю, смотрю прямо на камеру. Упаковано очень тщательно. Так, судя по всему, собрано в обратной последовательности. Так, смотрим стекла. Значит, диафрагма закрыта. Следовательно, диафрагма там не работает как надо. Состояние стекол. На вид вроде царапин нет. Повреждений нет. Зум двигается. Так. Есть небольшое качение. На 24. Да, есть небольшое нормальное значение дрожания. На 24 будет плохо попадать. Так, движение мотора. По предварительным данным, объектив якобы этот был либо разломан, либо ударен. Ну, вроде как там порваны шлейфы внутри. Так, здесь видно, что там пыль внизу лежит под передним стеклом. Сам автор, сам этот владелец этого объектива его собрал потом, после того, как он получил его в разобранном виде. И теперь задача восстановить этот объектив. Будем его вскрывать и смотреть, что внутри. Для начала проведем приборку и приступим к работе. Итак, 24.70 2.8L. Начнем разборку. Снимаем крышку заднюю и снимаем 4 винта байонета, 2 винта, удерживающие контакт, и вскрываем байонет. Теперь поднимаем байонет. Выталкиваем кольцо. Кольцо вытолкнули. Отключаем контакты. Поднимаем байонет. Убираем резинку. И с этого момента начинаем все смотреть бдительно. Снимаем. Что мы видим? Ну, как минимум, отсутствие некоторых шлейфов. Сейчас извлечем оставшиеся шлейфы. И все смотрим. Все, где, что, в каком состоянии. Потому что тут очень важно сейчас обратить нам внимание на то, как остальные узлы на этом объективе работают. Вот что еще здесь обнаружил. Эта часть просто здесь лежит. Пластиковый кусок. Так, теперь снимаем винты. Винт, который удерживает плату. Аккуратно поднимаем. И убираем шлейфы. Обратная сторона. Так. И вот он. Оборванный шлейф диафрагмы. Теперь сдергиваем линзу. Тут сразу стоит заметить, что вот в этой точке у нас шлейфа нет. Вот она. То есть помимо вот этого оборванного, здесь еще оборванный вот этот. Так, я немножко не так сказал. Вот этот шлейф, он уходит внутрь кольца фокусировки. Там у нас стоит датчик считывания фокуса. Вот это вот он за него отвечает. Так, а этот шлейф у нас уже непосредственно диафрагма оборван. Как его умудрились так оборвать, понятия не имею. Так, теперь вскроем диафрагму и посмотрим, в каком состоянии дальше там элементы находятся. Есть предположение, что оторвали его, когда снимали вот эту часть, то есть прям вот так дернули вверх и оторвали вот этот шлейф. То есть это единственный возможный вариант, как можно было здесь так оторвать. Раз и все. Так. Итак, вот у нас движок,
снимаем фокусировочный и осматриваем движок. Так. Странно, что на движке до сих пор стоит, находится шлейф, как будто движок тоже меняли. Так, и судя по данным, движок меняли. Но не этот, кольцо само, а полностью похоже весь. Итак, снимем движок. Напоминаю, что наша задача сейчас установить степень повреждения объектива. Сейчас мы снимаем ультразвуковой мотор. Итак, ультразвуковой мотор у нас снят. И это у нас уже идет система геликоидов. Мне нужно посмотреть, в каком состоянии находится вот этот вот, вот эти вот три колара. Для начала я его в сторону. И здесь мы осмотрим состояние движка. Судя по внешнему состоянию, движок в состоянии отличном. Видно, что пьезоэлектрическая часть не имеет почернений. Сейчас проверим, насколько все это хорошо. Так, устанавливаем. Значение сопротивления должно быть 0,4-0,6. Так, 0,6. Отлично. Так. 0,6, 0,5. Все, отлично, движок здесь отличный. Проблем в нем нет. Вот тут загнутая часть, я так понимаю, снимали вот эту часть. Ну да, и судя по всему, ставили уже не на оригинальный скотч. Так. Итак, этот узел у нас, по-любому, он тот шлейф под замену. Вне всякого сомнения. Этот шлейф остается вместе с движком. Здесь все хорошо, движок отличный. Закусываний в работе нет. Двигается нормально. Так, на этом блоке есть кнопка переключения AM-AF. И она довольно фигово работает. Это связано вот с этим вот загрязнением в этой точке. И это нужно почистить. Перейдем к основному блоку, к геликоиду. И здесь необходимо снять колары, чтобы их осмотреть. Откручиваем. Откручиваться легко, следовательно, их уже разбирали. Потому что обычно они не идут так легко и требуется некоторая сноровка, чтобы их открутить. Снимаем и так, разделяем. Тут стоит заметить, что у меня здесь стоит метка. С этой стороны и с этой стороны. Вот. Разделяю. И перед нами колары. Извлекаю. И я вижу, что на коларе есть уже скол. Вот он, первый кусочек. Фрагмент. Так. Ну и будем по очереди их доставать и смотреть. То есть колар номер один. Сейчас мы посмотрим его состояние вблизи. Еще не все, оказывается, достал из внутренностей вот здесь. Тут есть что-то еще. Возьмем, пожалуй, инструмент и проверим, что же это такое. Да, тут есть еще кусочек. Кусочек от колара. То есть вот эти вот моменты у нас, кусочки. Я их отсюда извлек. И они, конечно же, часть вот этого всего. Итак, состояние колара. Колар видно, что слегка выгнут. Имеет не прямую плоскость, а выгнутую слегка. Что не есть правильно. Значение на боковых стенках 4,2,0. Что соответствует именно
тому значению, какое должно быть. Но в точках, где идет соприкосновение, есть стертые места. То есть вот эти места, они даже блестят. Это повреждение. Итак, этот ковар на историческую родину. Пока сюда. И переходим ко второму. Извлекаем второй ковар. Этот ковар у нас как следует подзалип. Извлечем его. И осмотрим место посадочное. В посадочном месте не обнаружены никакие элементы. И вот еще один ковар. Этот ковар уже в какой-то смазке. И мы его отмоем, чтобы осмотреть. Так, осматриваем ковар. Сейчас более детально его близко посмотрю. Так, а на этом коваре у нас есть трещина. Сейчас я разверну трещины сюда. Во-первых, вот эти спилы. И вот тут трещина. Видно на камеру, не видно. Покажу вот немножко этой стороной, и вот в этой точке видно, что здесь идет трещина. Вот. И она идет вот сюда. Установим на место ковар и возьмем сейчас третий ковар. Вот отсюда. Извлекаем его, аккуратно поддеваем. Так, здесь осматриваем сразу же нишу, в которой он стоял. Есть ли что-то, что могло отколоться. Как видим, только лишь следы износа. В целом не все так пагубно, как состояние самих коваров. Очищаем ковар и осматриваем. Итак, вот он. Вблизи. Вот видим место повреждения. И судя по всему, в той части, где мы достали первый ковар, это вот из первого места этот ковар, и части вот этого ковара находились там. Все эти ковары подлежат замене, потому что они не подлежат никакому восстановлению и не являются предметами, которые дадут довольно резкий результат. Детали поврежденные. Так, вернемся сюда, посмотрим вот это место. Довольно подозрительно выглядит, как вмятое, что ли. Надо посмотреть, все-таки разобрать и глянуть, в каком все состоянии находится. Двигаемся дальше, выкручиваем ковары, вот эти вот пластиковые. Извлекаем винты. Нужно все осмотреть, в каком состоянии геликоид, коль такие повреждения на коварах. Итак, извлечем их. Какие-то заедают почему-то. Надо их будет сейчас осмотреть на предмет искажений.
Может быть, есть какие-то зацепы на них? Потому что некоторые выходят оттуда вообще нормально, а некоторые застревают. Так, еще один. Имеются вон какие-то частицы еще дополнительные. Белые. Так, окей, дальше поехали. Так, теперь перейдем к плоской отвертке. Как видим, здесь у нас винты закручены все по-разному. Так, ну попробуем. Смотрим, что здесь. Итак, попадаем в шлиц и откручиваем колары вместе с винтами. Сохраняем последовательность. Помечаем их места. Так. Один. Выкручиваем второй. Также помечаем его позицию. Так. Ну, тут вместе колар вышел. Вместе с винтом. Сейчас мы его осмотрим. Как и все остальные колары на износ. Так. Итак, колары. Вот этот синий у нас, условно обозначенный. Его нужно очистить. В целом по нему можно сказать о состоянии всех остальных колоров. В целом все не так уж и плохо. Остальные колоры после осмотра показали в такое же состояние. Только слегка загрязненные сейчас. Так, переходим. Теперь извлекаем винты с колорами от диафрагмы. Так, ну и теперь извлекаем диафрагму. Колары диафрагмы извлечены. Вот они. Это первый. Второй. Третий. Состояние их нормальное, повреждений не замечено, трещин тоже. И теперь снимаем вот этот стакан. Собственно, меня интересует состояние вот этих вот направляющих, по которым ездили разбитые колары. Сейчас это я все протру и посмотрю более детально, внимательно. Как видим, все в смазке. По характеру поломки шлейфа могу сказать, что шлейф был смят в результате того, что неправильно был собран. То есть, когда запихнули его обратно в зум, вот сюда, то он попал вот в это место, вот в эту точку, а должен быть вот с этой стороны. И в результате трансфокации вот этим же, вот этой частью был смят. То есть, попал конкретно под трансфокатор. Так. Итак, состояние квадратов удовлетворительное. И проблем с ними я не вижу. Так, теперь переходим к линзе. Фронтальная линза. Смотрим сюда и видим, что положение винтов стоит, ну, как попало. То есть здесь эксцентрики. И как видим, вот они. Здесь он направлен вот так. Здесь направлен вот так. Здесь направлен вот так. Так, смотрим. При этом отдельно хочется отметить, что метки-то они есть. Вот они здесь есть и здесь есть. Но почему-то
При сборке не учли обратно установку меток. Сейчас мы это все извлечем. И спозиционируем каждый колар на свою позицию. То есть я извлекаю сейчас вот конкретно вот этот вот. Это у нас будет третий. Это будет второй. А это будет первый. Метки на них есть. В принципе, я думаю, позиционировали их правильно. Но надо будет проверить. Итак, линза у нас передняя выкручена. В принципе, ее можно вытащить. Но мы вытащим сейчас вот этот колар вместе с винтиком. И перейдем к извлечению. Теперь достаточно только продвинуть вперед. И снимется вот этот вот, вот эта колба относительно этой части. Место позиционирования. Вот эта часть, точка. Итак, разделяем колбы. И перед нами диафрагма. Она у нас скрыта сейчас под вот этой частью. Здесь мы откручиваем защитный колпачок, защитную пластину. Вот, защитная пластина, судя по звуку, открывается характерно зажатому. На фиксатор резьбы. Ну и, собственно, состояние пайки. Сейчас мне нужно будет вскрыть линзу. Точнее, выдвинуть ее вперед. Сейчас будем сдвигать. Нажимать на край линзы. И выводить ее вперед. Потихонечку я это дело делаю. И она сейчас у меня должна выпасть прямо в руки. Готово. Линза у меня в руках. Вот она. Уложим ее на ткань. А здесь извлечем. Так, диафрагму. Смотрим на диафрагму. Так. На данном этапе я просто проверю сейчас работу механики. Как видим, она открывается, ей ничто не мешает. Судя по состоянию пайки, шлейф этот оригинальный, и его не меняли. Да, пайка стандартная. Итак, для восстановления объектива нам необходимо заменить шлейф диафрагмы, заменить шлейф механизма фокусировки, вот этот вот шлейф, вот, и дальше еще собрать все в обратной последовательности и поменять колары.